Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля – это планета людей. Они – главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг-блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослые решают, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Ты заметила, как мы сегодня с тобой подходим друг к другу? Да, аж непривычно, сильно одеты. Как будто бы настоящие ведущие. Воу! Всем привет! Это Орел и Решка земляне. И мы прилетели первый раз в Пакистан, в город Карачи, чтобы познакомиться с пакистанцами. Да. Кстати, единственная вещь, которую я знаю о пакистанцах, это то, что они придумали самый первый в мире компьютерный вирус. А, еще одна. То, что когда в секонде шаришься, там почти каждая вторая шмотка – это made in Pakistan. Все. Орел. Решка. Ай, как страшно! Не кричи. Хорошо, не ору. Все будет нормально, смотри, я богатый. Я богатый! Я сказал, я богатый, я выиграл. Это первый раз случилось такое волшебство. Ты видел, как я умею? Я сказал, я богатый, и оно случилось. То есть все-таки тренировки не проходят зря, дорогая моя. Удачи тебе. Всего самого лучшего все в жизни. Все, дай монет. Аккуратненько. Без слов, давай, иди туда. Ладно, ладно. Но здесь опасненько. А я туда. Я недавно только вылечила спину от этого рюкзака. Пакистанцы – народ-загадка. Они настолько не похожи на нас, что кажется, будто они с другой планеты. И дело не во внешности. Только представьте, они едят из кульков. В школах учат всего одну книгу, но наизусть. Развлекаются с дикими орлами. И ходят в церковь для трансгендеров. Добро пожаловать на планету Пакистан. Ну вот, я стою в Пакистане с трансгендером и прекрасное время провожу и танцует мне. Впервые руки ведущего Орла и Решки держат пакистанские деньги. За $100 дали аж 16 тысяч местных рупий. Но тратить их на такси я не буду. Не подскажете, где я могу найти автобус? Пройдете через парковку, там и ловите. Ага. Как долго идти до автобуса? Минут 10-15. Поступлю как пакистанцы, которые любят экономить. Потопаю от аэропорта пешком и буду ловить автобус где-то у дороги. Самая роскошная и самая престижная тачка в Пакистане – это… грузовик!
Слушайте, это не машина. Это новогодняя елка. Это... Если бы трансформер стал хиппи, вот так бы он выглядел. Грузовики – короли пакистанских дорог. От грузовиков всего мира их отличает неистовый тюнинг. Первое, что думаешь, когда их видишь – о, мои глаза. My name is Kirill. What's your name? Пакистан. Your name is Pakistan. Конечно же, никакой он не Пакистан. Моего водителя зовут Мама Юнас. А зачем тут окна? А и зачем тут дверь обычная? Поставим дверь просто с автобуса. Класс. Ну, гармошка. Мистер! Ребят, так это не грузовик, это целый плацкарт. О, я же говорю, это плацкарт, тут даже опускается верхняя кровать. Блин, оно внутри разрисовано точно так же, как снаружи. Проехаться на этой махине – это лучший аттракцион, на который можно потратить деньги в Пакистане. Если ваш грузовик выглядит не так, как этот, даже не зовите меня. Смотрите, у пакистанского дальнобойщика руль в наклейках, и с него свисает новогодний дождик. Головой он цепляет какие-то гирлянды с бахромой. На лобовом болтается с десяток амулетов и гигантские китайские часы. Это все настолько безвкусно, что аж круто. Короче, в кабине есть все, что угодно, кроме ремня безопасности. На дорогу смотри. Дружище, а зачем пакистанцы украшают грузовики? Мы просто хотим, чтобы они были красивыми, и все. То есть вы так разрисовали машину просто ради забавы? Да, ради веселья. Рисуют все, на что хватит фантазии. Но в тренде флаги Пакистана, цитаты из Корана и портреты военных. Для домашнего уюта многие снимают металлические двери и ставят деревянные с ручной резьбой. Я мечтал о красивом грузовике с детства. Копил на него целых 36 лет. И вот год назад купил за 24 тысячи долларов и доукрашал еще на 600 долларов. Раньше я просто был водителем грузовика и получал 80 долларов в месяц. А теперь у меня есть свой, и я зарабатываю 800 долларов в месяц. Тогда есть причина копить на такую машину и покупать такую машину. Зарплата в один момент меняется в 10 раз, конечно. Я так сильно люблю свой грузовик, что даже имя ему дал. Дарли. Все, походу это есть. Остановка. Будем ждать? О! Ты куда? Ура! Мы нашли! Поехали в центр! Тут полно людей, он такой колоритный, боже, как тут клево! Такой необычный, я еще в своей жизни не видела. Как будто мы едем на какой-то фестиваль, карнавал, такое ощущение. Водители пакистанских автобусов подумали, чем мы хуже, и тоже стали украшать своих железных коней. Мой грузовик – моя гордость. Я могу перевозить на нем 70 тонн груза. Вожу рис, цемент, могу и людей возить.
А по выходным я катаю на грузовике свою семью. Мы устраиваем здесь вечеринки. В кузове грузовика пакистанцы специально обустраивают что-то вроде лаунж-зоны. Крыши автобусов тоже не пустуют. Пакистанцы почему-то любят ездить наверху. Правда, оттуда они регулярно падают. Карачи – самый большой мегаполис Пакистана. В этой липкой жаре и тучах серой пыли живет почти 15 миллионов землян. Машин. Нет чем дышать. Я не знаю, как люди тут живут. Я кашляю каждые 2 минуты. Никого обижать, просто рассказываю то, чего на самом деле есть. Я чувствую и вижу, везде мусор, мухи на тебя налетают, запах такой неприятный. Вокруг, конечно, полный трэш, но опасности не чувствуется. Я не знаю, как ночью, но пока что не ощущается. Для тех, кто не знает, кто такой Пакистан и кто такие пакистанцы, рассказываю. Пакистан – сосед Индии и Афганистана, и сосед не маленький. Население – 216 миллионов человек. Это как 5 Украин. Почти все мусульмане. И представьте себе, у страны, где люди живут вот так, есть ядерное оружие. Ну давайте познакомимся с пакистанцами поближе. Большинство женщин в Пакистане ходят в таких костюмах, которые называются чадра. Они полностью покрывают их тело. И мне кажется, им очень жарко тут. А мужчины все, как один, ходят в костюме шалвар-камиз. Это брюки и длинная рубаха. А вот такие шапочки – синхи-топи. Чисто пакистанская тема. На них фигурный вырез, чтобы открытый лоб касался земли во время молитвы. Пакистанцы – бородачи, причем у многих бороды цвета рыжей белки. Hello, I see that your борода is very colorful. Сам пророк Мухаммед завещал красить седую бороду хной, чтобы отличаться от христиан и иудеев. Еще у многих пакистанцев на лбу то ли родимое пятно, то ли грязь. What is this? А что это у вас на лбу? Это мозоли за намаза. Когда мы молимся, мы становимся на колени и касаемся лбом земли. 5 раз в день я совершаю поклоны, прославляя Аллаха. Грузовик – это, конечно, супер, но с такой скоростью и с такой тряской для меня кататься не камильфо. Но это другое дело. Дружище, я приехал, чтобы познакомиться с пакистанцами. Но меня интересуют только богачи. В Пакистане самые богатые люди – это бизнесмены. Они заработали миллиарды на машиностроении и на производстве хлопка. Еще у нас богатые политики и игроки в крикет. Насколько большая разница между богатыми и бедными?
О, колоссальная! У нас или очень богатые люди, или совсем нищие. Но наши богачи помогают бедным. Так велит ислам. По закону шариата, богатые пакистанцы должны 2,5% от своих доходов отдавать бедным. В Пакистане есть специальные места, которые спонсируют миллионеры. Там бесплатно кормят бедных и бездомных. Одно из таких мест – кафе «Махмуд». Богачи на своих больших машинах привозят нам деньги на продукты. Вот на этой кухне каждый день печем тысячи лепешек и варим 20 огромных кастрюль чечевичной похлебки. И все это раздаем бесплатно. Каждый день за едой приходят 4000 голодных пакистанцев. Good appetit. Can I help you? Yes, really? Where? Here? Мы тут имеем какая-то смесь, короче, бобы, чечевица. И вот, собственно, рис, белый рис долгий. От кастрюль вообще такая жаришка и такой запах идет. Говорят, more, more, more. More, more. More, more. It's okay. Пацаны, приятного аппетита. Good appetit. Вы приходите сюда каждый день? Кем вы работаете? Я охранник в банке. Охранником? Я то думала, что тут кормят только бездомных. А по факту, тут собираются вообще все любители халявы и просто бездельники. Сколько денег вы получаете в месяц? $120-130. И на что этого хватает? Да ни на что не хватает. У меня жена и 5 детей. А здесь я ем, чтобы сэкономить. Хоть я не богата в этой стране, как Кирилл со своей безлимитной карточкой, но я хочу сделать доброе дело. Я вот тут оставлю свои денежек. Donation. It's good? Thank you. Thank you. Thank you. Really? 13 людей я накормлю вот этой денежкой, которую я дала. Обалдеть! Представляете? Боже, как класс! Thank you. Дружище, расскажи, а где обычно едят самые богатые пакистанцы? Макдональдс, KFC, разные стейкхаусы. Серьезно? Они едят в фастфудах? Да, поехали, покажу. Мог подумать, американские забегаловки с дешевым фастфудом у пакистанских богачей считаются такими же статусными заведениями, как в Европе рестораны со звездой Мишлена. Вы часто сюда приходите? 2 раза в неделю. А кто обычно здесь обедает? Пакистанцы, которые работают в крупных компаниях. Банкиры, предприниматели, айтишники. А кем вы работаете? Я работаю в компании по производству лекарств. И сколько вы зарабатываете? Больше 500 000 в месяц. Для большинства пакистанцев это очень дорогой ресторан. Если доход семьи 50 тысяч рупий, это $300, то они могут позволить себе лишь пару раз в месяц пообедать здесь. $300 в Пакистане – это вообще зарплата мечты. Большинство пакистанцев живут и содержат жену, сарава и детей на минималку в $110. Я зарабатываю $150. У меня получается наторговать в месяц максимум на $140. У меня зарплата $100 в месяц. За свое меню я заплатил $12. То есть за один раз покушать здесь местный потратит столько денег, сколько ему хватит, чтобы прожить неделю. На эти деньги, что ты поел, Кирилл, можно было накормить 26 голодных пакистанцев. О! И 0,5 кило чили.
Thank you. Просто так, курочку к приготовлению. Смотри, о боже. Здесь в Карачи уличная еда очень популярная. Так что давайте идем смотреть, что едят местные. Пакистанцы жуют американские бургеры и картошку фри, простые пакистанцы едят обычную еду вперемешку с мухами. И как они это делают, не похоже на то, что мы когда-либо видели. Так, тут пахнет прям аж не могу, так что зайдем. Hello, what is this? It's good. Нихари пакистанцы называют любое мясное рагу. Например, нихари из баранины. Походу, это популярная штука. Кулечки я буду кушать, как я это буду кушать? Сделаю дырочку, буду пить как сок. Яй, это крейзи. Вот эта страна не перестает меня удивлять. Пакистанцы покупают всю уличную еду в пакетиках. И это оправдано, потому что, во-первых, вся еда тут – это какая-то разноцветная жижа. А во-вторых, едят дома. С тарелкой супа ведь на мопеде не погоняешь. А в пакетике взял и уже дома спокойно перелил себе в тарелку. О, oh, thank you. Thank you so much. I need to eat this with this, yes? Хорошо. Окей, я так поняла, что у них хлеб – это вместо приборов. Так что кушаем. Ай, выглядит, если честно, не очень. Оно жирное, есть остроты и очень похоже на какие-то бобы. Острое. Я вот сейчас чуть-чуть попробовала, и оно мне уже острое, очень сильно. Мясо на ощупь очень мягенькое, оно вот сейчас вывалится, так что скушай быстро. Вкусно, оно такое мягкое. Напоминает телячьи щечки. Не хочешь после обеда выпить верблюжьего молочка? Верблюжьего молока? No. Да, верблюжьего. Оно фантастически вкусное. То, что вы сейчас увидите, возможно, наверное, только в Пакистане. Вдоль шумной трассы человек продает молоко прямо из-под верблюдицы. Can I try some milk? Смотри, малышка там. Там малышка сразу пьет. То есть сначала нужно дать попить, чтобы верблюдиха успокоилась. И потом можно ее доить. Я первый раз в жизни вижу, как верблюда пьют молоко. У мамы верблюда. Класс. Can I try milking? Yeah? This one? Which one? This one. Ух ты, какое у нее жесткое вымя. Ага. О-ху-ху-ху. Оно прям серьезно. Его прям тяжело сжимать. Мягкое, но одновременно такое. Кожа очень жесткая, вся в песке. Ну ладно. Ёбарас. О, блин, парное верблюжье молоко. Где вы еще такое встретите? Это тоже впервые в жизни, кстати. Первый опыт молока верблюда. Оно тепленькое. Оно очень похоже на обычное коровье молоко. Единственное, что атмосфера, конечно, здесь для такой трапезы не самая приятная. А местным кружка так и вовсе не нужна. Это Пакистан, детка. How much is it? How much? Money, money. Это примерно $1.25, где-то вот так. Это недорого. Это за литр. За литр свежего парного верблюжьего молока. Прикольно. Из капучинку можно делать.
How much milk? А сколько молока дает верблюд в день? 10 литров. Мой верблюд съедает в день на 500 рупий, а приносит 1500 рупий. Доход у него 1000 рупий в день. Если каждый день, то это 30 тысяч рупий, это около 200 долларов. Что, в принципе, здесь считается хорошей зарплатой. То есть он такой себе предприниматель, можно сказать. Бизнесмен. Очень необычно. Чтобы узнать пакистанцев поближе, нужно обязательно сходить на мост Native Jetty в Карачи. Очень много людей, и они каких-то птиц кормят. Это, блин, орлы! Вы только посмотрите, какая дичь здесь происходит. Взрослые дети подбрасывают в воздух куски сырого мяса, и огромные орлы ловят их на лету. В какой-то стране кормили орлов. Голуби в основном, но орлы... Ой, так страшно! Чем их кормят? Сейчас пойдем посмотрим. Это мясо! Выглядит как арбуз, но это мясо, оно все в мухе! Но это не просто мясо, это коровьи легкие. Честно, честно, выглядит немножко... Я не знаю, мерзкая правда, извините, пожалуйста, но вот как для туриста, как для меня, который видит это в первый раз, это немножко так, ой, мурашки по коже. Они говорят, что они кормят птички не для того, чтобы веселиться, а это для них как бы для хорошей кармы, для того, чтобы дальше у них в жизни все было хорошо. Ты делаешь добро, тебе оно возвращается. Отлично. Что, придется их кормить? Фу. Надо кормить их мясом, я сейчас рыгну. Мухи! Честно, начала неметь у меня в руках, и голова кружится. Я не знаю, с чем это связано. Жара, может быть. С тем, что вокруг просто какая-то жесть творится. Ну ладно, давайте сделаем это. Thank you. Let's do it. А, тупо все мое тело сопротивляется это делать. Мягкое какое-то. Let's do it. 1, 2, 3. Ура! Для местных, может, это весело, я вообще... Птички, давайте сюда! Просто 1, 2, let's do it! Все, покормили, пошли! Отличное развлечение просто! Тык-тык! Просто захватили, смотрите! Тык-тык! По правилам сезона земляне, мне нужно узнать, как живут простые пакистанцы. Для этого не надо специально искать какой-то бедный район. Достаточно зайти на любую улицу. Hello. Я хочу узнать, как живут пакистанцы. Это без проблем. Хочешь, я могу показать мой дом. Я тут рядом живу. Of course. Конечно. То, что нам нужно, потому что сезон земляне. Отлично. Ну давайте с нами, давайте, пацаны, девчата. Your house, can I come? Я могу зайти? Thank you. Спасибо. Такой контраст вообще по сравнению с улицей. Тут просторненько вроде. Нет мух, что очень хорошо.
Nice to meet you. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ай, класс, боже, все, знакомимся. This is my sister. Hello. This is all. Ah, yes, Arya. This is my family. You're all family? Та-та, подождите. Тайна? Это табор какой-то. My name is Michelle. Your name? Saima. Saima. Your name? Zaki. В этом доме живут сразу три семьи. Мой новый знакомец Заки с папой Махмудом, мамой Саймой и шестью братьями и сестрами, плюс двое его дядей с женами и с детьми. И вся эта толпа помещается на двух этажах. Для пакистанцев норма жить с кучей родственников под одной крышей. За этой дверью спят мои девочки, но я не могу тебе показать их спальню, нам религия не позволяет. Но могу показать нашу с мужем комнату. Это просто в голове не укладывается. Такой контраст с улицей. Там мусор, пыль и мухи. А здесь не соринки. Все вылизано до блеска. А это гостевая комната. И здесь идеальный порядок. Такой у пакистанцев менталитет. Личное пространство должно быть чистым и красивым. А там на улице все общее. Так что можно дымить, пылить и сорить, сколько влезет. Если к нам в дом приходят гости, они живут здесь. Если хочешь, можешь и ты остаться. А, really? Просто вот так? Окей, подождите, только это не просто так может быть. Maybe, how much it costs? Может, каких-то денег нужно заплатить? Это бесплатно. У пакистанцев так принято. Can I help? Ну, может, я вам помогу на кухне, помою ванну, я могу все делать. I can do everything. Ама хозяюшка. У меня для этого есть дочери. Они должны работать, а ты отдыхай. Мне такой расклад нравится, окей? То есть я могу остаться прямо здесь? Thank you. Спасибо большое. Thank you. Я не знаю, если можно обнять ее. Ну, короче, я обняла ее и все. С безлимитной картой у меня есть возможность жить так, как живут богатые пакистанцы. Например, у берега моря на вилле в стиле лофт. Четырехэтажная вилла у моря стоимостью 600 тысяч баксов. У нее даже свой аккаунт в Инстаграме есть. Здесь устраивают модные фотосессии, снимают рекламу. Ну, я и клюнул на фотки. Да. Дела. По задумке пакистанских архитекторов, это должен был быть лофт в стиле минимализм, где игра высот создает гармоничное пространство. Но получилась скупая бетонная коробка. Дизайнерское ведро. А вот это, как говорится, моя опочивальня, получается. Дорогие пакистанцы, если что, лофт и недострой – это две разные вещи. Вот так выглядит элитный район в Карачи. Вилла за 300 тысяч долларов, сарай, еще сарай, свалка, недострой, какие-то халупы. О, моя вилла за 600 тысяч долларов. Опять халупа. И снова вилла за бешеные деньги. Еще больше радуюсь, что в Пакистане мне выпал орел. Потому что с премиальной картой MasterCard мне будет спокойнее. Ведь с ней можно сделать свой уикенд безопасным, комфортным и вообще позволять себе все. В который раз убеждаюсь, что в любой точке мира с MasterCard ты получаешь больше. Гуляя по Карачи, постоянно видишь пакистанцев, которые заняты каким-то экзотическим делом.
пакистанец прямо на улице полирует какую-то трубу. А здесь, прямо на бетонном полу, драят ковры. А вот мужчина возит по кругу булыжник. Оказывается, таким первобытным способом тут отжимают кокосовое масло. А, смотри, Олег, смотри, оно прям течет. А этот парень, как вы думаете, кем работает? Автомойщиком? Нет. Здесь написано «мойка». Но это корова-мойка. Представляете, пакистанцы моют коров, как мы моем машины. Корова заезжает, паркуется. Ее ставят на ручник. И делают комплексную мойку. Вообще, не перестаешь удивляться, как? Вау! Can I help you? Yes, thank you. Wow! Ого, какой напор! Я мою корову первый раз в своей жизни! Вау! Не сопротивляется! Давай, внизу ему там все помой. Вы моете коров как машины. Почему вы не моете машины? Я и машины здесь мою, но еще и коров перед жертвоприношением. Каким жертвоприношением? So you do this for sacrifice? You... Вы что, моете коров перед тем, как их забьют? Да, чтобы потом их съесть. On eat. Oh my God. О, Господи. Получается, я соучастник вот этого вот убийства животного. Если бы я знала, я вообще не принимала в этом участие. Просто стояла в сторонку или прошла мимо. Раз в год на праздник Курбан-Байрам мусульмане во славу Аллаха должны забить животное, приготовить из него еду и раздать бедным. Ну это трошняк для меня. Моют коров не для того, чтобы они были чистенькие, красивенькие, ухоженные, а для того, чтобы их убивали. Не бойся, этого бычка сегодня никто есть не будет. Его просто попросили помыть. Помыть одну корову стоит 100 рупий. Собственно. Еще помыть не хочешь? Что? Еще раз? Так она уже чистая. Моя миссия – знакомиться с пакистанской элитой. И оказывается, здесь есть люди более уважаемые, чем миллионеры. Я приехал в мадресе, чтобы познакомиться с хафизами. Ничего не понятно, да? Сейчас объясню. Хафизы – это хранители Корана. Эти земляне знают его наизусть. Каждую страницу, каждую строку и каждое слово. Мусульмане считают, тот, кто знает Коран на память, на особом счету у Аллаха. Каждый пакистанский родитель мечтает, чтобы его сын стал хафизом. Тогда вся семья будет пользоваться особым почетом и уважением. А в исламе это важнее денег. Больше всего хафизов именно в Пакистане. А в Карачи – одна из крупнейших школ, где Коран заучивают на память – медресе. Вот так выглядит класс.
ну, точнее, классы, где учатся будущие хафизы. Честно говоря, отдаленно это все напоминает обычную школьную столовку. Все тоже так сидят по группкам, и шум и гам вокруг. Родители приводят сюда детей в возрасте 7-10 лет. И учатся они здесь от 3 до 5 лет. 6 дней в неделю по 4 часа. Сколько тебе лет? Мне 9. И как долго ты уже учишь Коран наизусть? 1 год. И сколько ты уже выучил? 5 глав из 30. А ты можешь по памяти прочитать строки из глав? Учитель начнет, а ты продолжишь. Вы понимаете, что если этого мальчишку разбудить в 3 часа ночи и спросить, что написано в Коране на 50-й странице во втором абзаце, он скажет: ты понимаешь то, что говоришь? Я не знаю значения этих слов, но я чувствую их сердцем. То есть дети учат Коран, не понимая смысла? Именно. Дети просто запоминают слова. Дело в том, что Коран не принято переводить на другие языки. Учить его можно только на арабском, которого мальчики не знают. Представляете, что такое выучить книгу на языке, из которого ты знаешь только алфавит, наизусть? То есть ты не понимаешь, что значат слова, из которых состоит эта книга. Ты ничего не понимаешь. Это какая-то суперспособность. Если наши дети будут понимать суть слов, они станут переводить Коран на урду, и все перемешается. Мы не можем этого допустить. Нельзя, чтобы слова пророка были искажены. Только после того, как дети зазубрили Коран на арабском, они начинают учить сам язык. И только лучшим из лучших, 10% учеников, удается попасть в высшую школу, где они еще 8 лет учатся толковать Коран. То есть они учатся понимать то, что они уже знают, что они выучили. В Карачи есть место, куда на отдых съезжаются все пакистанцы. Это пляж Клифтон. Не похоже на пляж. Тук-туки какие-то, лошадки. Это точно пляж? Первая мысль, когда видишь этот пляж: а что здесь вообще происходит? Мусор! Трэш! Кулечки! Верблюд! Что тут делает верблюд? О, боже, привет, малыш! Ой, он чуть-чуть пахнет. Такой, как грязные носки. Пакистан не перестает меня удивлять, а земляне здесь тоже. Это точно не напоминает море, отдых на море. Эта вся атмосфера похожа на ярмарку. А как так? Очень хорошо. Как тебя зовут? Зоя Хан. Зоя Хан. Воу.
А почему у нее такой голос у Зои? Зоя! Зоя, why you have a... Зоя, почему у тебя голос такой? Мардана. Зоя оказалась трансгендером. О май гад, представляете, в Пакистане, в мусульманской стране. Support. Чувак превратился в тювиху. Это просто капец. How actually the people... А как местные вас называют? You. Мадам, кашиш. Мадам. Мадам? О, класс. Very good. Thank you. Нормально он себя ведет в такой стране, нормально танцует, все вокруг смотрят, и все прекрасно, походу. Только что это? Что с это? С третьим размером. Как вы выживаете в этой стране? Спасибо Аллаху, все хорошо. How the people, А люди как? Люди нормально относятся? Люди хорошо ко мне относятся. A lot of people's like... Вообще много трансгендеров в Пакистане? О, да, очень много. В Пакистане более 200 тысяч трансгендеров. И на самом деле им здесь живется не сладко. В школе меня обзывали и били. Пришлось бросить обучение. Потом меня выгнали родители из дома. А потом вообще из родной деревни. Все потому, что я трансгендер. Я ушла из дома в 16 лет. Мой отец отрекся от меня. Я вынуждена была делать очень плохие вещи, чтобы выжить. Теперь я замаливаю свои грехи. Ислам не разрешает смену пола. Христианство тоже этого не приветствует. Поэтому год назад пакистанские трансгендеры создали свою церковь евнухов. Так называют трансгендеров в Южной Азии. За основу взяли христианство, но адаптировали под себя. Сказать, что это выглядит необычно, ничего не сказать. А с учетом того, что мы в Пакистане, то есть в мусульманской стране. Четыре года назад пакистанским трансгендерам выдали паспорта, где в графе «пол» написано «X». Их официально признали, но даже после этого они не могут получить образование в Пакистане. Их отказываются лечить в больницах, и никто не берет на работу. А чем вы зарабатываете на жизнь? Я танцую восточные танцы. А как заработали на операцию по увеличению груди? Она же стоит кучу денег. Да, танцевала. Ну что, ребята, удивительные земляне можно везде найти, даже в Пакистане. Yes. Конечно, каждый труд должен быть оплачиваемый, да? Yes? Is a little bit of... О, нет, сотня? Нет. Это мало? Если бы ты знала, сколько у меня денег. Олег, одолжи. 5000? Зоя, дама без комплексов, за разговор с туристом захотела ни много ни мало $30. Чуть нагленький, да, немножко? Окей. Yeah. Goodbye, have a good... Хорошего вам дня. Чай пина. А на чай? А на кофе? Теперь можно сказать, что я увидела все, даже то, к чему жизнь меня не готовила. Но вот, я стою в Пакистане с трансгендером и прекрасное время провожу, и танцует мне. Капец, я в шоке. Кентафурики. $100 в Пакистане – это целое состояние. Можно раз 10 сходить в дорогущий фастфуд. Поэтому ни в чем себе не отказывайте. Клад спрятан в городе Карачи, на улице Фатима Джинна Роуд, в скверике справа от мечети Шабани.
дальше – дело за малым. Залезть на дерево и найти бутылку со $100. Удачи! После двух дней в Карачи мы все так же думаем, что пакистанцы не земляне, а инопланетяне. На дорогу смотри. У нас вопросов больше, чем ответов. Как они так живут? Зачем они это делают? И почему ничего не меняют? More! Но рационального объяснения здесь нет и быть не может. Просто это планета Пакистан. Грузовик! Верблюд! Парное верблюжье молоко. Где вы еще такое встретите? А, тупо взял мое тело, сопротивляется это делать. Пакистан! Пакистан! Excuse me, ma'am, please. Пакистан! Пакистан! Так что давай, Кирилл, быстро, а то сейчас мухи налетают. Миша, привет. Смотри, хватит баловаться. Давай. Значит так, на тебе огромная ответственность. Ты первая ведущая «Орла и Решки», которая скажет свое впечатление об этой стране. О, боже мой, честно, я больше всего боялась Пакистана, правда. Весь этот трэш и слухи, которые ходили об этих землян, вообще не соответствуют их душу. Я даже, наверное, сюда еще раз приехал. И мы приедем. Одного выпуска не хватит, чтобы узнать пакистанцев. Поэтому мы продолжим наше знакомство в городе Лахор. Увидимся у них. Пока. Пока. Опять тебя обнимаю каждый раз. Что за дело? Давай так пойдем один раз. Вот так. Че, нормально? Мы же команда.